Всем здорово! Это финальная часть по женским стонам на японской озвучке в Геншине. Да, мы наконец-то дождались этого, вышла теория. Не хочу сильно затягивать, просто посмотрите первые три части, и вы все поймете. Надеюсь, вам очень понравится, и вы погрузитесь в эту атмосферу. Погнали! Достаточно нежный голосок у Нилу, и я бы сказал, даже немножечко детский, как будто это какая-то Пайман. Так что, ну просто из-за тембра голоса я хочу поставить 4. Ну, осуждаю. Буду откровенен, я когда начал это слушать, я испугался. Так что, Элой, прости, это, пожалуй, самый худший стон в Геншине, который только может быть. Это единица. Прости, но ты не вписываешься в Геншин. То, с чего началось, мне не особо понравилось, но то, что было дальше, нивелирует все, что было до этого. То, что это... 7. Нет, нет, я передумал, это 8. Однозначная 8. Шэньхэ, лайк. Прошу меня не осуждать. Какоми заслуживает 8. 8 абсолютно заслужена. Ну вы переслушайте. Ну это великолепно. Буду откровенен, из-за внешности Эолы я ожидал чего-то такого, но получилось 3, не больше, даже грудь больше, а тут 3. Слишком все как-то писклявенько. Я не определился, но пусть будет 5. 5 достаточно, все. Закончили. Пускай я Навию не очень-то и люблю, но есть интересные звуки, которые потянут на 7. Достойно. Ну вот тут полноценно стакается моя нелюбовь к персонажу и ее стоны. Ну, 3. Ну ладно, ну хватит тебе, Дэхи. 3 тоже нормально. Тору не тарану. Ну чего еще можно было ожидать от хранительницы? Да, безусловно, есть прикольные вздохи, но слишком много разговаривает. Такое мы не любим. Ну, 5. И то прям с натяжечкой. Мендоне.
Давайте так. Вы знаете, возможно, я не сильно люблю этот грубый голос, однако тут мне понравилось. Тут я готов поставить 8. Да, неожиданно, но 8. Почему-то у меня такое настроение. Что вы думаете? よくも私を怒らせたわね。よくも私を怒らせたわね。よくも私を怒らせたわね。センスのないやつね。センスのないやつね。よくも私を怒らせたわね。センスのないやつね。Да уж, теории, ты меня разочаровала. И этого я так долго ждал. Ну, слишком много разговоров. Да, есть прикольные вздохи. Ну как прикольные, интересные. Однако, ну шестерка. Очень сильно влияет много разговоров. Поменьше, пожалуйста. Мы все-таки слушаем стоны. Ну вот и подошло к концу это видео. Мы посмотрели оставшихся 11 персонажей на японской озвучке. Если вы хотите увидеть видео на другой озвучке, либо же с мужчинами, напишите об этом в комментариях. Ну либо проставьте, ну, 50 лайков, например, и рубрика будет продолжаться. Контента еще хватит, вы еще порадуетесь. Ну и благодарю за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Также подпишитесь на канал, пожалуйста. И залетайте в телеграм-канал по ссылочке в описании. А у меня все. Я закончил и кончил.